Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня вы узнаете, как с помощью обычного куриного яйца подтянуть овал лица, убрать дряблость и шелушение. Маска с эффективным подтягивающим эффектом дает очень хороший результат. Для достижения наилучшего эффекта нужно сделать эту маску курсом. Курс продолжается 5 дней. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску после глубокого очищения кожи. Хорошо эта маска работает, если вы ее будете делать в сауне или в бане. В момент применения этой маски лучше всего примите горизонтальное положение. Не разговаривайте, не смейтесь и не улыбайтесь. Не включайте мимические морщины. Эта маска также подходит для ухода за шеей, за кожей зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску на кожу вокруг глаз. Для профилактики появления преждевременных морщин также можно использовать эту маску 2 раза в неделю. Ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. И давайте приступим. Для сегодняшней антивозрастной омолаживающей маски нам понадобится 1 яйцо. Первое, что нужно сделать, это отделить желток от белка. Для сегодняшней маски я предлагаю вам использовать белок. С желтком маску мы завтра с вами сделаем. Уверена, что курс омолаживающих процедур с помощью куриного яйца вам очень понравится. Используем сегодня 1 белок. В белок нужно добавить рисовую муку. Рисовую муку можно использовать как готовую, так и вы можете приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество обычного белого риса, перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Нужно взять 1 чайную ложку рисовой муки. Следующий компонент для этой маски нам понадобится крахмал. Использовать можно крахмал как кукурузный, так и картофельный. Я люблю использовать для домашних масок именно кукурузный крахмал. На мой взгляд, он обладает наиболее мягкой текстурой. Также возьмите 1 чайную ложку крахмала. Затем взбейте все питательные компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Каждый компонент вбивайте очень тщательно до получения однородной консистенции. Должна получиться хорошо взбитая масса. И затем добавьте в эту маску витамин. Витамин, который дает очень хороший омолаживающий эффект, это витамин D. Можно использовать витамины группы D. Это может быть просто витамин D, это может быть витамин D3 и любой витамин D, который хорошо также омолаживает увядающую кожу. Нужно взять 5 капель витамина D. Затем также тщательно смешайте все ингредиенты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Если у вас проблемная кожа, имеются глубокие морщины и есть нависание брылей, то используйте эту маску курсом. Курс продолжается в течение 5 дней. Количество маски, которую сегодня мы, я надеюсь, вместе со мной приготовили, достаточно именно для 5-дневного курсового ухода. Ежедневно наносите эту маску на хорошо очищенную и распаренную кожу лица. Обязательно подготавливайте свою кожу для нанесения домашних масок. Это будет давать наиболее эффективный результат. Наносите эту маску в 2 слоя.
После нанесения первого слоя дайте впитаться этой маске. Не забывайте, что все домашние маски нужно наносить по кожным массажным линиям. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску полотенцем, смоченным водой комнатной температуры, и чуть горячее сделайте распаривание, если у вас нет купероза. Затем легкими массажными движениями смойте эту маску, ополосните кожу лица прохладной водой и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! Я с вами была Оксана, увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего, пока-пока!